Добрый вечер гостям нашего концерта. Вы знаете, 1000 приглашений отправлено было мною через Facebook. Вот я очень рад, что хотя бы 3% или сколько, 1%, меньше 1% пришло. Ну какой процент? Ну этот процент мы ценим и любим. Спасибо вам, что вы пришли. Итак, группа «Кош Бакош». Первая композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Эскалатор». We'll be right back.
Ахмат Бакаев много пишет музыки для кино, для фильмов, которые, в общем, стали определенным знаком в жизни многих людей. Фильм «Кош Бакош». И вот композиция, которая сейчас прозвучит. Я хотел бы, чтобы Ахмат сам говорил о своей музыке, но он отказывается. Сейчас прозвучит композиция «Холмы».
Спасибо большое. Следующая композиция называется «Вальс».
хотел бы пригласить Анжелику Маркову. Попросим. Прозвучит композиция под названием «Левитация». Thank you.
Спасибо большое. Следующая композиция из разряда шахматных названий называется «Вечный шах». Поприветствуем Дмитрия Андрианова, гитара. Антон Залетаев, саксофон, клипы. Ахмат Бакаев. Артан Бабаян, Дмитрий Славкин. Анжелика Маркова. Дмитрий Рубалов.
Хотелось пригласить на сцену Анжелику Маркову. Сейчас прозвучит композиция «Алушта». Ничего общего с политикой не имеющее название. Просто «Алушта». Thank you.
Вартан Бабаян. Антон Залетает. Анжелика Маркова. Дмитрий Андреев. Сейчас прозвучит песня, которая звучит в кинофильме «Братан». Да. Не, это фильм Худой Назаров. Да? Бахтиера Худой Назарова. Вот, эта песня прозвучит на фарси. На русском языке называется «Не плачь». Я уже боюсь говорить на фарси, потому что... Или «Я плачу». «Я плачу», извините, пожалуйста. «Ты плачь». Я теперь буду плакать. «Я плачу». Очень страшно. Кто-нибудь есть в зале из Персии? Bagul çın bir
Просим Дмитрия Асланского начать. Без палки не может играть человек. Thank you.
Следующая композиция, которая прозвучит, называется «Эпитафия». Я приглашаю на сцену Анжелику Маркову. Поаплодируем. Thank you.
Сейчас прозвучит композиция тоже с шахматным названием D1. D1. В поиске палочек. Руками. Thank you.
Это как в том анекдоте про басиста, да? Еле успел, да. Исключительная композиция, которая прозвучит, называется «Дельтаплан». Какого смысла звучит? «Дельтаплан»? Ну, мы хотели запустить видео, но пока мы не готовы. У нас нет видеоинженера. Thank you.
Вика Маркова, вокал. Дмитрий Андрианов, гитара. Дмитрий Исламский, ударный. Вахтан Бабаян, перкуссия. Автор и композитор. Пианист. Ахмат Бакаев. Дмитрий Рыбалов, бас-гитара. Антон залетает. Кстати, Антон, где он? Он уже уехал домой, наверное. Саксофон забыл. Приходите к нам на концерты, надеюсь, они будут чаще происходить в этом городе. И у нас появился сайт koshbakosh.su, совет у нее. Но мы можем сыграть в трио на бис, если вы хотите. Вещь не имеет названия, в общем. Называется 12 восьмых пока. Да, имеет размер, но не имеет названия. Может быть, кто-нибудь придумает. Объявите конкурс. Да, если кто-то придумает, мы рассмотрим его название.
Thank you.
Спасибо, Ахмат Бакаев. Дмитрий Славский. Спасибо огромное за то, что вы пришли на наш концерт. Следите за рекламой, я буду вас всех приглашать. Вступайте в группу «Кош по кош» на Фейсбуке. И будете знать, когда мы будем играть и где. Спасибо большое. Горизонта. Прекрасное название. «Достигший горизонта». Мне кажется, отличное название.